Armēnijā, viru koris un sieviešu koris, pērnu koris un koris no pazemes, Armēnijā. Cik iepriekšējās dzīves es tevi pazinu, akmes! Cilvēku tu nenes no zemes, no akmes, bet akmeniem cilvēku sejas. Vaļa, sāpe, mūte, durvis, sevāna sažnaukta, plauksta! Gaudējot āvoti dziļumos, glabājot straumēs no augstiem, nesmu ne atnācis palikt pie tevis, pie tēviem, kā apakšmeņiem un galdiem apgūlu. Bast, kas tas par balssim, kurš kādreiz ciestu skaidrā latviešu valodā. Moraslu Mikls,meiģis. В, Армении, в Москве. Вот, вот в каком-то армянском форуме или чем-то там, вот уже не помню, это было где-то начало 90-х. И там много армян было, то все вот было связано. Он все время рассказывал про Армению. Он вот, иногда сказал, что бензин кончился, вот надо поехать в Армению, чтобы заправиться энергией. Да. И это стихотворение он часто читал. Часто. Ну, не знаю, вот почему, вот я уже не помню. Но это у меня впечатлился. Ну, для этого я вот многие там выбрал. Ну, вот думал, что вот давай по Марсу, чтобы там он довольно был. И выбрал Армению. Ну там вот какой-то симбиоз есть, понимаешь, вот Армения, Латвия, хор вот и прочее, да, там, ну не знаю, мне понравился это. Да Марес был Марисом, знаешь, там мне ни, ни словами не передать. Вот надо с ним вот общаться, с ним сидеть, вот посмотреть, как он пишет стихи. Или какие-то статьи. Мы часто так делали, когда были у меня, у меня мастерской на э, Иерусалиме. Э, вот, то есть на э, Элизабетас. Вот там была Свободная Европа э, радио. А в этом доме еще был у меня мастерской. Он переливах и так далее. Вот часто приходил. Вот мы сидели. Я картины писал, он стихи писал, вот атмосфера была шикарная, да. И помню один раз проходил, он говорит: ворожден, я премию по вот получу, да давай поделимся". Говорю: "Давай". И поделились премией. Я люблю стихи читать, чем прозу, потому что вот прозу, чтобы читать, вот надо днями сидеть и читать, а стихи там весь суть стихах, на мой взгляд. Но ну, каждый имеет свое место, конечно, да, но стихи для меня крик души. Что живет, что стихи одно и то же, я думаю. Вот просто там словами выражено, да, а там вот какими-то красками или рисунками. Вот, но все равно вот обоих есть переживание. Вот переживание и спрыск души, да. Вот, типа так. Вот я думаю, так и рождаются стихи, потому что иногда я тоже писал. Вот, на, вот наверное, вот заразился от Мариса, да? Вот я тоже вот писал, наброски ну, делал, с задней части вот, вот стихи писал, да? А у меня там была печь, мастерской, Иногда топил вот этим. Вот Марис пришел, такой шум поднял, что больше с тобой не разговаривать не буду, сюда не зайду, если такие вещи будешь вот, вот делать. Но я это делал тай тайком. Он был настоящим художником. И от души, и по человечности. У него жизнь была искусство. Он просто так он просто так не жил он просто так не жил я тоже так не живу потому что думаю это расход времени просто тратить время это жалко просто